на матрасник Рамбулье. Оля, давай расскажем, что здесь самое главное. Итак, как вы думаете, что это? Это натуральная шерсть. Вы будете спать и чувствовать тепло и комфорт. Вы посмотрите, мы специально подпороли на матрасник, чтобы вам продемонстрировать, а что же там внутри. Натуральная, чистая, гигиеничная шерсть. Так, звонки все бесплатные. Если у вас под рукой только мобильный телефон, знайте, баланс вашего мобильного телефона не пострадает ни на копеечку. Звоните смелее, пока у нас есть наша ограниченная партия. Оль, сколько у нас цветов, сколько у нас размеров сразу? Не запутаешься, у нас 4 цвета и 4 размера. Давайте посмотрим, как закрепляется. Вот, кстати, многие спрашивают в колл-центре, а как закрепляется на матрасник? Все просто. Вот они, ваши резиночки. Давай посмотрим. У нас на ваших экранах мы уже постелили зеленый. Оль, давай покажем. Давай как покажем. Его... Мы специально не зафиксировали края, чтобы вы понимали. Посмотрите, взяли. Так, вот они резиночки, правильно, Оля, я понимаю? Да. Так, теперь смотри, вот. И сразу у меня вопрос. Оля, не у всех такой большой матрас. У некоторых диван, например, или маленький узенький матрас. Скажи, пожалуйста, на любой ли матрас подойдет наш на матрасник? Конечно, на любой. Посмотри, какая эластичная лента. Подойдет абсолютно на любой матрас. И посмотрите, закрывает все спальное место. А самое главное, это натуральная овечья шерсть. Внутри чистый хлопок, это бязь. Снаружи, то есть у нас трехслойный на матрасик, это хлопок. То есть это чистое гигиеничное предложение для вашего здоровья. Оль, ты знаешь, вот я сейчас подумала о том, что овечья шерсть, она согревает, правильно? Конечно. Вот скажи, пожалуйста, моя мама, например, вот она живет за городом. Для того, чтобы прогреть зимой постель, а без этого она каждую ночь не обходится, она берет свой на матрасник электрический и нагревает свою постель. А, она как электрогрелка. Да. Ну, ты знаешь, вообще, конечно, это, во-первых, электроэнергия затрачивается, а во-вторых, конечно, ну, я не знаю, опасно, не опасно, но я рекомендую вам выбрать овечью шерсть, это правильный выбор, дарит невероятное тепло, положительно, кстати, влияет и на самочувствие, и особенно рекомендуется народной медициной и для тех, у кого более артритные, артрозные, остеохондрозы.